барокко многомерно и глубинно. Это сближает барокко с современным искусством. Оказалось, что барокко является таким инструментом, который мог восстановить духовную целостность. На картинке, которая здесь, вы видите то, что с барокко прямо ассоциируется, потому что есть такие нейронные сети, которые являются дорожками, соединяющими абсолютно разные части мозга. И это зона брака и зона верники, и они находятся в определенных местах, они локализованы, и это как бы то, что всем известно. Вот то, что здесь нарисовано, это следующий шаг это те пути, по которым информация идет для того, чтобы образовались смыслы. Вот желтый такой как бы крючок, это определенная дорожка такая в мозгу, которая отвечает за семантику, которая отвечает за смысл. Почему я, я не буду такие сложные вещи дальше говорить, но почему я с этого начинаю? Я как нейролингвист, который работает с мозгом в связи с языком, я знаю, что э, смыслы и семантика настолько сильны, что они перебарывают все остальные свойства языковые. Одна и та же личность сейчас и через 15 минут может совершенно иначе себя вести. Уже не говоря о том, что она себя по-другому будет вести через год и в других обстоятельствах и так далее. То есть в мире ничего стабильного нет. Меняются все состояния, меняются цели. Вы с одним и тем же объектом будете по-разному обращаться в зависимости от того, что вы, собственно говоря, планируете с ним подружиться или его уничтожить, так, но это метафорически выражаясь. Как мозгу удается улавливать смыслы, э, обрабатывать эту очень разную информацию и сенсорную, которая поступает к нам через глаза, уши, носы, кожу, через все. И, повторяю, главное, что она очень нестабильна. Понимаете, слова значат одно и то же, только в словаре. Вот в словаре написано, что стол ⁇ это стол. А на самом деле все зависит от того, кто сказал, когда сказал, кому сказал, в каком контексте. И эти контексты все время меняются. Мой вопрос к мозгу ⁇ как он может в этом мире жить, который меняется постоянно? То есть это стабильность, это вымышленная стабильность, ее на самом деле нету. Более того, решение сходных или даже одних и тех же задач будет выполняться разными способами, и мы это видим в мозгу. Одна и та же задача. Вот если испытуемым буду, вот я сама предположим, и моя цель хорошо себя вести, вот ничего там не перепутывать, сложности не вносить, и я решаю иначе, и картинка, которую мы увидим в томографе, будет вообще другой. Это потребует объяснения, которое вот неизвестно как дать. Линейный взгляд на вот то, про что я говорю, невозможен более. Совершенно ясно, это, это нам всем ясно, что нужна смена парадигм. Мы что-то не то делаем. Мы исходим из того, что мозг в ста кавычках прост. То есть что он предсказуем, что если А плюс Б – С, то тогда С минус Б там, и так далее. Возможно, думаю я, оптика барокко – это пример совершенно другого взгляда. Возможно, это взгляд, который отражает вот сами мозговые процессы. Поэтому взгляд на мозг через призму другую, не через разглядывание отдельных нейронов. Это не значит, что этого не надо изучать. Я просто говорю, что здесь должен быть другой ход. А через призму высших умений человека, через язык, через искусство, причем разные искусства, очень сложным объектом, музыка, например, является, через вещи, которые обычно находятся как бы в другой комнате. То есть мы привыкли к тому, что в одной комнате живет наука, а в другой комнате живет искусство. Я не, не имею в виду ту науку, которая изучает искусство. Я не про это говорю. Но в целом они разошлись, и у них совершенно разные методы. Вот давайте обратимся к прошлому. Посмотрим назад. Фрэнсис Бекон, к которому я буду обращаться еще не раз а сегодня, борочный человек, как я сказала бы. Это, это люди этой самой эпохи, когда слом произошел. В 609 году он пишет, «Мне легче беседовать с древними, чем с теми, с кем я живу». В 620 году он издает сочинение, которое называется «Великое восстановление наук». Он был яростный противник Аристотеля. И крушил его вообще последними словами и топорами и мечами. В 1590 году в Антверпене была издана карта, которую вы здесь видите, по гравюре, которая аж 1575 год. Но там познай самого себя, всегда есть везде дураки, там, короче говоря, она хорошо упакованная. Такая карта, на которой написано также О, голова, достойная Чемерицы. А Чемерица это трава, которая значит, безумие вызывает. Ну, короче говоря, отличная карта. Роберт Бертерн, человек того же времени, он ссылался на эту карту и писал. Он охвачен меланхолией, впал в слабоумие, прям так и пишет. Под, подовен голове глупца, которую вот я сейчас вам показывала, голове душевно больного. Этот мир – рай для недоумков. И в этой связи вспоминается то, что Шекспир пишет в конце э, известного произведения. «Мир – это повесть, рассказанная дураком, где много шума и страстей, только смысла нет». Это интересно что вот ворочное это время начинают появляться люди которые крушат предыдущих вот начиная от аристотеля и дальше тоже это идет Паскаль пишет я не знаю кто верг меня в наш мир не знаю что такое наш мир. Не что такое я сам, обреченный на жесточайшее неведение, по-моему, очень современные слова он пишет. Я не знаю, что такое мое тело, что такое мои чувства, моя душа. Не знаю даже, что такое та часть моего существа, которая сейчас облекает мои мысли в слова, то есть он, это как бы поток сознания в некотором смысле идет. То, что рассуждает обо всем мироздании, о себе самой, и точно так же не способна познать э, ничего. В 620 году Бейкон, продвигая эту свою линию, пишет, человеческий род давно и серьезно болен. Эта болезнь поразила все, но я уж не буду все прочитывать, и так видно. И главный симптом – неспособность человека, который является заложником своих страстей и предрассудков, видеть мир таким, каков он есть. Вот здесь я бы остановилась и задала бы Бейкону, который сегодня мой собеседник, вопрос – а каков он, этот мир? Что значит мир? Каков он есть? Такой вопрос мне задают студенты. И студенты мне говорят, тогда, когда я им рассказываю, что мышка видит мир таким образом, каракать таким, там рыба еще каким-то, мы таким, представители других культур, того же рода Homo sapiens, они говорят, а на самом-то деле как? Вот тут как раз беда, потому что если на самом деле это большой вопрос... И я бы его сейчас не стала обсуждать. Но, предположим, это на самом деле есть, только на самом деле мы не знаем, как это. Потому что нет никакого объективного глаза, в кавычках, или уха, или носа, который может сказать, как на самом деле, а не у вас, не у меня, и не у летучей мыши. Привычка смотреть на все вещи, вот здесь важная вещь. Либо через силлогизмы, то есть то, как делает силлогизм, понимаемый как логические ходы, то, как делает вся наука уже давно, либо через суеверие, то, как делает улица, которая про науку ничего не знает, зато теперь выходит в телевизор и рассказывает, как устроен мозг, как устроена вселенная, но они за это ответственность несут сами. И Бейкон в 620 году говорит, что если срочных мер не принять, это погубит человеческий род. Требуется научить людей думать по-новому. И что же делает Бекон? Он использует афоризмы, как он пишет. Отнюдь не для развлечения, о чем он говорит. А потому что это топоры и кинжалы, которые запутанные узлы дел и привычные вещи разрубают. То есть я бы это иначе немножко назвала, но это очень близко. Это метафоры. Метафорическое мышление, то есть мышление по аналогии, оно ничем не менее сильно, чем логическое мышление, хотя наука к этому не привыкла. Альфред Шнитке, я не уверена, что он что-нибудь писал, но он давал много интервью, и это записано с его слов. Он сказал вещь, которая меня поразила, и она нам годится сегодня. Для образования жемчужины в раковине нужна песчинка, дальше, внимание, что-то неправильное и народное. Вот это ключевые слова. Совсем как в искусстве, говорит он, где истина великая рождается не по правилам. Шнитке, конечно, не подозревал, какую дверцу он открывает. Не по правилам – это то, что в науке уже много столетий как бы запрещено. Но если мы посмотрим на самые выдающиеся достижения, на гениев, то там как раз все и сделано не по правилам. Значит, вот как бы на фабрике, на заводе, вот по правилам все и делайте. А как только дело выходит на самый высокий уровень, это все ломается, и люди делают так, как нельзя. И это и является открытиями. Так в искусстве, так и в науке. Ну и я еще вернусь к этому. Барочные жемчужины. У меня, у меня было искушение сегодня поутру. Я, мне очень нравятся барочные жемчужины. И у меня было искушение, у меня одна такая есть: надеть ее сюда. Но я подумала, что это бездарность и плохой вкус, потому что я показываю жемчужины, которые лучшие в мире. Но нельзя на себе иметь при этом что-то на эту тему, потому что ну, несопоставимо. Самая, наверное, известная жемчужина мировая это жемчужина Наполеона или жемчужина Регента, блуждающая жемчужина. И вот она на этой картине. Ну, если увеличить ее, то видно, она фантастическая. Последней владелицей этой жемчужины была Элизабет Тейлор. В сокровищах Медичи есть и вот такие. Это я именно показываю их цвет и их форму. Они неправильные. И вот эта их неправильность является их основным достоинством. Была найдена еще одна жемчужина Лао Цзы. Она гигантского размера. Вот рядом лежит кольцо, чтобы вы видели. И она, кстати, подозрительно похожа на мозг. Она самая крупная жемчужина в мире, 24 сантиметра в диаметре. И, кажется, 6 килограмм она весит. Что такое барокко? Одни говорят, что одни источники говорят, что это с португальского, что это вот как раз такая кривая жемчужина, которая в раковине. Но есть и другое. Барокко это название модуса категорического силлогизма Аристотеля. И это мнемоническое правило именно, которое говорит о том, как читать букву Б, что оно значит, что значит все остальные. Это как бы как запомнить эти очень сложные силогизмы. Вот я не знаю, естественно не знаю, кто сидит в зале и читал ли кто-нибудь или хотя бы открывал ли кто-нибудь тот раздел у Аристотеля, который посвящен силогизмам, это кошмар. Вот я это не просто читала, а я занималась этим немножко. У меня просто никакого интеллекта не хватает на то, чтобы это освоить. Это очень сложные вещи. Поэтому придумывали разные, повторяю, мнемонические правила для того, чтобы запомнить, что что значит. И вот барокко, это вот так переводится, как причудливый, замысловатый. Посмотрим из нейронауки. Какие у нас взгляды и мнения есть сейчас? Мы не первое столетие смотрим на мозг, как на некий биоавтомат. Он очень сложен, с этим никто не спорит, все прекрасно понимают это. Предположим, нейронов у нас там 86 миллиардов, каждый из них имеет по много десятков тысяч связей с другими частями мозга. Это кошмарные сложности устройства. Представим себе, что мы знаем информацию о каждом из этих нейронов и обо всех связях. Это нам поможет? На первый взгляд, да. Потому что как бы мы лупу берем все более мощную, еще глубже, еще глубже, еще глубже. Все, все изучили, взяли, что если мы про эти штучки знаем, то дальше мы это соберем в такой пучок. И вот тут у нас знание получится. Мы даже согласны уже не первое десятилетие, нейронаука, что да, есть вот такие пучки, есть то, с чего я начинала, есть связи между отдельными и далеко расположенными частями мозга. Да, мы согласны на это. Мы даже согласны на то, что мы готовы взять большие участки мозга, то есть это занимается планированием, это речью, это зрительным восприятием и так, и так далее. Мы на это тоже согласны, но все равно общая установка такая. Вот чем больше мы про все это будем знать, тем быстрее и эффективнее выстроится это общее здание, как вот замок этот. Он выстроится из этих кирпичиков. Отвечаю, нет, не выстроится. В этой связи вспоминается крупнейший физик Дайсон – который в свое время в 2006, если я не ошибаюсь, году выступал в Москве с лекцией о лягушках и птицах в науке. Сейчас вот в нашей науке точно явно лягушки занимают ведущее место в современных науках такого типа. Более того, к этим лягушкам принадлежат томографы. Ну, в смысле, как инструменты. Принадлежат суперкомпьютеры. Нам говорят, да, но нет такого врача, который в состоянии просмотреть миллион рентгенских снимков и вынести диагноз по поводу того, опухоль это или не опухоль. Конечно, такого врача нет. Но последнее слово будет за человеком. Компьютер-то просмотрит их миллион. Но поймет? Нет, не поймет. Он данные вам даст, уже сжатые. После этого выходит человек, который говорит, очень мило, но здесь не учтено это, 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 это. И на самом деле другой ответ. Творчество – это способность самому создавать то, чего никогда не было. Творчество – это не копирование. Только силой мысли и силой духа мы создаем те миры, которые не существовали вне нас. И подозреваю, что и не будут существовать вне нас. Уж какие будут, мы не знаем, но таких точно не будет. Вот то, что отличает нас от других живых существ, живущих на планете. А вовсе не то, что у них, скажем, 20 миллиардов нейронов, а у нас 100 миллиардов. Дело не в этом. Это качественная разница. Мы делаем что-то, чего другие не умеют. Поэтому гиперсети, когнитомы, вершины эволюции не могут быть изучены простой вот мультипликацией, сложением, так сказать, или умножением технических характеристик не только отдельных единиц, но и правил, по которым эти единицы действуют, о чем мы знаем, исследуя других животных. Поэтому другие виды нам отчасти только в помощь. Человеческий мозг банально сейчас скажу. Это мозг человека. Это не мозг мышки, умноженный на что-то. Или кошки, или даже дельфина, или даже приматов, или даже слонов, или даже врановых, которые, вы знаете, высокий интеллект у них. Вот мы не можем просто взять вот это, увеличить, увеличить, распухнет оно, все, и мы получаем человеческий мозг. Кох говорил, выяснение детальных различий между мозгом мыши и мозгом человека поможет нам определить, что такого уникального в нашем биологическом виде. Вот умный человек, потому что. Я предлагаю посмотреть на мозг через другую призму, со стороны искусства. Оттуда, откуда обычно наука не смотрит. Что этот мозг видит, раз он такое создает? Как он слышит? Я имею в виду слышать не ухом, а слышать мозгом, потому что музыка рождается не вот тут, а она рождается вот тут. Что там происходит такое, что он физические сигналы преобразует в совершенно другого порядка сложности? Что там делается? Может быть, это нам поможет, что это за мозг такой, как он это делает? То есть я предлагаю перевернуть привычную науке схему. То, что мозг не компьютер, они говорят, да, даже если и компьютер, то точно не один и точно не такой, как мы привыкли. То есть это не устройство, которое занимается только пересчетом операций. Это плюс это плюс это плюс это вот эти огромные суперкомпьютеры, которые там энергию города потребляют, они что делают? Они в крестике нолики играют, они эти единицы и нали гоняют. И если наш мозг и компьютер, то точно не один а вероятно, это есть еще как минимум один, и мы не знаем, что это такое. И единственная аналогия, если вспоминать там, метафоры, которые я упомянула в начале, это квантовый компьютер. Но что это такое, с другой стороны? Я понимаю, там мы все много чего читали, и я тоже, но, но на самом деле мозг – это нечто, что миры создает. Не только перерабатывает информацию, а создает ее, Поэтому давайте смотреть, что он создает. В известном смысле это то же, что мы, когда ищем наших биологических предков, древних людей, как мы, собственно говоря, можем узнать, что они умели? По тому, что сделано. Правильно? Орудие труда для изготовления которого нужно было сначала отколоть, потом обтесать, потом обжечь, опять обколоть там, и так далее. Если эти орудия переходили из поколения в поколение, значит, были способы эту информацию передавать. Мы также смотрим на объем мозга и на его структуру и соединяем эти вещи. У него уже был мозг такой, такого типа, что мы можем подозревать, что там был язык, а это значит, были способы передавать информацию и другим поколениям. Вот ходы, которые это делают. Если мы будем продолжать идти по старому пути, самый такой явный из которых – это бихевиористский путь стимул-реакция, то есть я тебя ударяю, а ты отскакиваешь. Вот если мы по этому пути будем ходить, то мы делаем критические ошибки и заведомо цели не достигнем. Мы исследуем, я повторяю, каждый микрон, и это нас не продвинет на дороге выстраивания целого. Нильс Бор и Эйнштейн, как вы, может быть, знаете, они вели друг с другом очень яростные споры. И я вот кое-что оттуда вытащила. «Нет, нет, ты не думаешь, ты просто рассуждаешь логично», — говорит Эйнштейн Бору. Вы можете себе представить? «Ты просто рассуждаешь логично, это значит, ты не мыслишь на полную катушку». Потому что мышление на полную катушку – это не А плюс Б равно С. Это лишь один из ходов, пусть блестящий, но как раз этот ход современные компьютеры большие и искусственный интеллект, который на нас вот-вот обвалится, вот эти-то ходы, они будут делать гораздо лучше, чем мы. Мы здесь вообще не нужны. Физика не о том, они говорят, каков мир, а она о том, что мы можем о мире сказать. Это мне очень годится. Вот я про это и говорила. А каков мир? Вы вот тоже студенты спрашивают, или вы можете спрашивать. Каков? Не знаем. Мы, он таков, как мы можем рассказать о нем. Так, как мы понимаем это. Пуаро решает силлогизмы, если так говорить. Он человек логики. Он же что говорит? Пойду, поем рыбы, покормлю свои серые клеточки, чтобы они хорошо работали и делали правильные выводы из тех фактов, которые передо мной лежат. Это Пуаро и многие другие детективы. Мисс Марпл, которая мне покоя не дает уже несколько лет, она делает принципиально другую вещь. Если вы помните, я даже ее пересматриваю иногда. Она такая старушечка и старушечка, ничего с собой не представляет, все на нее смотрят снисходительно, особенно профессионалы. А меж тем делает она вот какой ход – она говорит, помню я в нашей деревне Мэри была, ну, в, в английском смысле в деревне, вы понимаете, где все в шляпах там, вот. В нашей деревне Мэри была, так у нее была такая же красная сумочка. Сейчас, сейчас, сейчас я вспомню, что она сделала. И она вспоминает, и это оказывается оно. Это то, что в английском и американском э, праве называется прецедентное право. Такой случай уже был, и мы делаем это так. Я недавно поймала себя на очень интересные вещи. Я включила телевизор, что делаю редко. И там был какой-то человек, мне абсолютно неинтересно, кто он. У него были очень интересные пальцы. Очень сильно загибались. Это не имеет никакого отношения ни к тому, что шло на экране, вообще ни к чему. Но у меня появилась тревога. Я думаю, где-то я видела такие пальцы. Такие пальцы я видела у Жириновского. Меня не интересует в этой связи ни Жириновский, ни человек, чье лицо даже я не разглядела. Значит, у нас есть какие-то отделы, где лежат вот эти штучки, вот необычные пальцы. у кого-то была такая же улыбка, у кого-то такой голос, таки, такой с надломом. Это на тему мисс Марпл. То есть есть места, в которых хранятся улыбки, голоса странное поведение, странная походка. Где-то я это уже видела. Оно прямого отношения к сюжету не имеет. На первый взгляд. А на второй она это разгадывает. Посмотрим из искусства. Лотман говорил, необходимость искусства очевидна. Оно дает возможность пройти непройденной дорогой, прожить другие жизни. Искусство ⁇ это вторая жизнь, он говорил. Это очень глубокие слова. Они глубже, чем они кажутся на первый взгляд. Генрих Вельфлин написал замечательную книгу, которую, уверяю вас, я изучил. Написал он ее в 1888 году. Он противопоставляет Ренессанс и Барокко. Барокко оттолкнулась от Ренессанса. Это совсем другой мир. Ренессанс имеет дело со статичным миром. Барокко имеет дело с миром, который становится, он даже еще не стал. Ренессанс – это плоский мир и плоское пространство. Барокко многомерно и глубинно. Ренессанс четкий, барокко размытое и неясное, и оно в принципе размытое и неясное. Никто и не планирует делать неясное ясным. Такой идеи даже нет. Это другой взгляд. Ренессанс линейен, барокко голографическое и даже он пишет вибрирующее, то есть становящееся. Возможно, барокко это вообще наше будущее. На, на эту тему есть ряд свидетельств. Генрих Вельфлин сам говорит про барокко вот так вот, то есть оно странное, экстравагантное, капризное такое изысканное, изощренное, на человеческий мозг, я вам говорю, своей полугуманитарной частью, предназначен для того, чтобы мир ощупывать. Его пространство, его время, его сгустки, его пустоты. Этот мир, он неравномерный, он нелинейный, это борочный мир. Здесь побольше, здесь поменьше. Здесь сейчас освещено, а здесь тень, а через минуту это наоборот. Более того, он еще любит глядеться в зеркала для проверки, и, и эти зеркала у него в голове есть. Они называются зеркальные системы. Один из экспертов, который на Сотбис работает, он произнес фразу, которая мне теперь покоя не дает. Искусство отвечает на еще не заданные вопросы. Искусство опережает науку искусство сильно опережает науку. Оно какими-то другими щупальцами своими, оно унюхивает вещи заранее, до того, как наука к этому приблизилась. Вот, ну, нет никакой возможности долго про это говорить, но импрессионисты открыли прозрительное восприятие сложных сцен. Речь не идет о том, что я вижу или не вижу стакан, речь не об этом идет, а вот сложный мир импрессионисты такое увидели про то, как мы смотрим на мир, до чего через много десятилетий дошла сенсорная физиология, которая изучает зрительное восприятие. Они, разумеется, не могут это объяснить, но это и не задача искусства. Искусство не занимается объяснениями. Вам советую найти эту картину Веласкеса, которая называется минины Загадочная картина, потому что она вся не по правилам построена. Художник, который пишет портрет, этот портрет нам не виден, потому что он обращен в другую часть, и он виден в одном из зеркал. Более того, сам художник не виден, и не виден тот, кто смотрит на эту картину, и это тоже изображается в одном из зеркал. Загадочная, интересная очень картина. В кадре, так сказать, присутствует не то, что полагается в мозгу происходит то же самое. Особенно в мозгу тех, у кого мозговая деятельность нарушена при психотических расстройствах. Вот там начинают твориться такого рода вещи. В барокко, так же, как и в мире, пустот нет. Там заполнено все. Виктория Имануева сказала: но ну, вы же понимаете, что есть очень много разных видов барокко, даже внутри итальянского, есть то, что на юге, есть то, что выше, есть римская барокко, есть неаполитанская. Тут же вышли бы мои друзья из, там, из русского музея или еще из какого-нибудь музея, и сказали: да, но в архитектуре русская барокко это одна история, английская барокко это другая история. Это все я понимаю. Поэтому я сюда не лезу сознательно. Я понимаю, что много разного есть. Но мы знаем, нет пустот, все заполнено. И это дает разное впечатление в зависимости от того, как ты нацелишь взгляд. Смотришь ли ты узко вот на эту вещь, тогда все остальное – это поля зрения. И я их почти что не вижу. Это не значит, что их нет. Но мой фокус сосредоточен на той точке или небольшом неком пространстве, куда я этот луч лазерный свой нацелила. Поэтому взгляд всегда разный в зависимости от того, а кто смотрит, б куда смотрит в данный момент. Переводит ли он взгляд, например. Вот, кстати, один из методов, которым мы работаем, ну я экспериментально работающий человек, это с помощью приборов, отслеживающих микродвижение глаз, сакады. То есть, если вот я бы смотрела на эту картину, то этот прибор фиксировал бы, как я ее разглядываю, где мой взгляд, куда он ходит, и это огромная информация о том, как я эту картину воспринимаю. И это будет совершенно разная картина у искусствоведа, у искусствоведа, который занимается живописью этого периода, у искусствоведа, который занимается этим художником или даже этой картиной. Едем дальше. Вот э, Виктория Эммануиловна пишет и говорит тоже, что понимание природы стиля барокко является его очень сложная противоречивость и поливалентность. Все время там вот эта вот игра идет. То это вот что значит, то это вот что значит. У нее есть одна работа, которая посвящена так называемой проблеме двух манер. Вот о чем разговор идет там. Это речь идет о знатоках и дилетантах, я бы сказала. Она говорит, что у нее огромная статья, и я не буду ее пересказывать, но основная идея там вот в чем заключается: великие художники этого времени по-разному писали в зависимости от того, кто был заказчик. Заказчик был, скажем, Ватикан, ну так условно говоря, заказчиком была церковь, и это картины, которые предназначались Публике эти же художники, если они писали по, заку по заказу эстетов, меценатов, людей, которые по-настоящему понимают, они писали гораздо менее, я в скобочках это беру, гораздо менее аккуратно. Они себе могли позволить не вот четкое прописывание все, какой-то невнятный вроде мазок, как-то не очень, так сказать, не очень по правилам написано. Потому что их зритель он понимал, он делает новый ход, он делает вещи, которых еще никто не делал. Но для этого нужна компетенция. Я э, хочу привести пример того, в, вот в лингвистике есть такое понятие речевые жанры. Одно дело на одном и том же языке. Одно дело, когда я разговариваю на рынке кислую капусту покупаю. Другое дело, когда я читаю лекцию. Третье. Когда мы разговариваем с друзьями, и эти друзья, с одной стороны, любят языковую игру, в том числе рискованную, с другой стороны, они интеллектуалы, они много чего понимают. Это разные языки. Это разные языки. Если я таким языком э, э, скажу в среде людей, э, которые не настолько изощренные и не такие уж эстеты, они либо решат, что я э, не владею русским языком а это совсем наоборот. Либо они просто меня не поймут, либо скажут, что я издеваюсь над ними. То есть будет абсолютно неправильно понято. Для, как мы знаем, как истина, так и красота в глазах смотрящего, а также в ушах смотрящего, а также во вкусе смотрящего. Тот, кто понимает в вине, он знает, в чем разница между этим и этим. А тот, кто не понимает, не знает и бесполезно объяснять, пока он не наберется этого опыта. Точно так же и тут. Знаток готов к тому, что произведение, которое напишет великий мастер для него, не такое аккуратненькое, как то, которое висит и общеизвестно. Потому что это игра, это рискованная игра. Роль барокко, его стилистики и вот этот другой взгляд на мир проявляется и потом, в частности, в XIX веке и в 20 веке Федерико Филини описывается как барочный человек. Когда ты читаешь статьи про его творчество, серьезные статьи, то ты видишь все черты. Там это описывается как, так, как описываются произведения барокко, вот того барокко того времени. Но даже если ты ничего не читаешь, а просто у тебя есть определенная оптика и ты смотришь эти фильмы, это просто бросается в глаза. Это все так и есть. Когда Филини задавали вопросы, а про что это ваш фильм? У него же мутные такие фильмы, да? Про что они? Про что фильм? Но он, поскольку мудрец, он отвечал смотрите, он говорил, смотрите, я все сказал там, смотрите. Если бы я мог это сказать вербальным языком, я бы написал роман, новеллу. Я все снял, смотрите. Когда мы смотрим, мы видим, да это сны, все сны, это все какая-то фантасмагория, может быть, даже сумасшествие. Так это оно и есть. Альберто Моравия, когда писал о Феллини, он прямо называл его Федерико Барочный. Главный взгляд Феллини в историю мирового кино это репрезентация сознания, то есть он разработал инструменты, с помощью которых он на самом деле показывает, что делает человеческий мозг и как идет мышление. А мышление, извините, еще раз уж повторю, оно не идет по законам, описанным в учебнике арифметики. Оно не идет так. Такими вещами занимались параллельно и другие люди, и мы понимаем, кто это. Это Бергман. Ален Рене, Тарковский и еще другие люди есть, которые такую же брали вот эту вот сложную ткань и ее крутили. Фильм восемь с половиной года считается революцией, потому что Филини убрал границы между реальностью и вымыслом, реальностью и с нами, или даже реальностью и психической аномалией. Филини не боится играть в эту игру дезориентация. Мы не знаем, что делать в мире, который больше не линейный. Как в нем жить-то дальше? А мне как существовать, чтобы с ума не сойти? Искусство имело раньше время только с размерными человеку реалиями. Вот какими, как бы реальность как реальность, вот потрогать можно. Оказалось, что барокко является таким инструментом, который мог восстановить эту духовную целостность, что мир еще и другой. Искусство показывает, что мир не обязательно линейный, не только логарифмическая линейка. И это интересно тем, что это сближает барокко с современным искусством, где аллегории сплошные. Как субъект меняется все время – так и точка зрения этого субъекта меняется. И все объекты принципиально не, не завершены. Они не потому не завершены, что надо еще поработать, чтобы завершить. А они принципиально не, не завершены. Финала никакого нет. Барокко считает, что все не только может, но и, несомненно, будет другим. Нет способа эту информацию изъять из нашей памяти, она уже там есть. Я это к тому клоню, то, как это описывал Лотман в свое время. Тексты, когда они уже созданы, они начинают жить своей жизнью. Они обрастают информацией. Кто про них что написал, какие фильмы по этим сценариям были сняты, кто там снимался, кто вам про это говорил. Текст живет сам по себе. Достоевский уже больше не автор этого. А тем более Достоевский не автор дайджестов, которые подсовывают школьникам вместо преступления и наказания. Достоевский не писал роман про то, кто старушку хлопнул. А Толстой никогда не писал надзидательное произведение на тему того, что если будешь мужу изменять, то попадешь под паровоз. Он, этого он не делал. Поэтому все зависит от того, кто читает, какая подготовка у того, кто читает что ты знаешь про Толстого, каким он был, когда он это писал, каким он был до того, как он написал, и каким он стал после того, как он это написал. Это все играет роль. Он сам мог отрекаться от своих произведений. Он, я имею в виду, не Толстой, а кто угодно другой. Но посмотрим из нейронауки. Как это не парадоксально. То есть я перехожу из одного в другое, к концу иду. Как и не парадоксально для естественных наук, внутри которых вот мы здесь живем, изучить мозг человека можно только, соединив информацию и методы нейронаук, лингвистики, математики и искусства как особого языка. А для того, чтобы показать, что если мы видим уже с другого бока, если мы смотрим на картинку того, что происходит в мозгу, например, это функциональный магнитный резонанс – то есть мы видим не фотографию, а кино. Вот что происходит? Сначала сюда, сначала потом сюда, потом сюда, потом сюда. Если мы увидим активность в этих зонах, мы можем сказать, что мозг этого человека в данный момент занят такой работой. То есть он делает работу, требующую внимания в определенном направлении. Есть другая сеть, которая называется дефолтная сеть мозга. Это и зоны совсем другие, и она нацелена на другое, она смотрит внутрь. Это некое состояние мозговой деятельности, оно как бы, как бы в отключке ты, но это я преувеличиваю, но как бы ты вроде ничего не делаешь, ты вроде бы бездельничаешь, у тебя отключен когнитивный контроль. Это именно то состояние, которое приводит к творческим прорывам. Есть еще третья сеть, которая следит за этими двумя. Эти две сети, они находятся в некотором дисбалансе. Не балансе, а дисбалансе. То это плохое состояние мозга, которое ничего хорошего не породит. Более того, возможно, это даже не состояние сознания. Там идет такая игра. И вот эта сеть, она занимается тем, что она то это включит, то это включит. Она за ними следит, переключая внимание сосредоточенности на внутренних переживаниях, на автобиографической памяти, что я сегодня видел, кого я вспомнил, да, вот старые фотографии. Вот такое состояние как бы внутрь, направленное внутрь. И вторая вот эта сеть, которую я говорил, точнее говоря, первая, которая направлена наружу. Вот эта игра дает особые состояния сознания. Если когнитивный контроль над тем, что вы делаете, низкий, вот в этом дефолтном состоянии, то состояние, в котором есть надежда на креативное, ненавижу это слово, но для простоты скажу, на креативное творческое поведение. Для того, чтобы что-нибудь получилось, убрать контроль, не держать себя за хвост. Даже пишут в некоторых работах, дайте мозгу гулять самому по себе, как кошка. Пусть ходит куда хочет, пусть думает о чем хочет. Как только вы поставите перед мозгом задачу, думай, думай, решай, решай эту задачу 100%, что он ее не решит. Он должен в какое-то другое пространство перейти. Вот я и говорю, allow your mind to roam free, прямо так и пишут. Не подвергать критике логического мышления то, над чем вы думаете. Это нелогично, это логично. Ответьте мне на вопрос, что такое логично? Много разных логик есть. Если здесь есть математики, они не дадут мне соврать. Логики бывают разные, во-первых. Во-вторых, нам мозг чего-нибудь обещал, что он будет какой-то конкретной логике следовать? Он нам ничего не обещал. Когда мы вот сидим и разбираем то, что мы получили в этих всяких томографах и так далее, и говорим, возможно, здесь вот так происходило, возможно, это вот зависит от этого. Потом кто-нибудь из нас говорит, да, но это нелогично. Я спрашиваю. Тебе нелогично, мне нелогично, а мозгу-то. Может, для него это как раз оно и есть. И у нас просто нет тех знаний о математике мозга, которые ответили бы нам на вопрос, что для него-то хорошо. У него другая логика. Уже не говоря о том, что там миллиард параллельных процессов. Это единственное, что объясняет, почему мозг, у которого скорость проведения по нервным путям, очень низкая по сравнению с современными компьютерами, это вообще другой порядок. Посмотрим, что будет, если я все остановлю. И более того, так плотно соберу все вместе, что получится черный квадрат. Можно сказать, что черный квадрат – это отсутствие смыслов и форм, а можно сказать наоборот. И я бы так и сказала, не будучи искусствоведом, конечно. Я бы сказала наоборот. Это все формы мира и все смыслы мира – собраны очень плотно, без единой пустоты, и вот здесь вот упакованы. Оно экспериментирует. Я считаю, что взгляд нейронаук с другого бока на мозг, что он делает? Он здесь делает вот что. Он собрал все смыслы в сгусток и их сжал с огромной силой на маленьком пространстве, зато с большой энергией. Пора Пора понять, что происходит, а не заниматься этой бухгалтерией со счетом отдельных штучек. Поэтому мне кажется, что у нас больше шансов, если мы повернемся в сторону высших проявлений того, что умеют люди. А это, разумеется, духовная сфера и искусство. Это да, это очень трудная дорога. Потому что мы на этой дороге отнюдь не должны. Я прошу, чтобы вы меня поняли: Я не к тому, что нужно прекратить заниматься изучением МЭГ, МРТ и отдельных нейронов. Я этого никогда не говорила, и я так абсолютно не думаю. Но этого недостаточно для той задачи, которую мы ставим. Нужно смотреть вот на что. Нужно смотреть письма и дневники гениев. Их черновики, это нам показывает, как их мысль шла, Вглядываться в то, как они разговаривали друг с другом, если есть свидетельства, а часто есть свидетельства, потому что кто-то записывал это, я имею в виду и древние свидетельства, споры древних друг с другом. Вглядываться в картины великих мастеров, искать черновики, искать эскизы, потому что они нам показывают, как шел этот процесс. Мы это не можем увидеть в мозгу, понимаете? Даже если у нас будет техника, которая будет в миллион раз лучше. Я очень много лет провела в Эрмитаже, потому что мой сын ходил в студию Эрмитажную, и несчастные родители должны были часа четыре каждую субботу там сидеть и детей ждать. Поэтому я его знаю наизусть, этот Эрмитаж на ощупь. И сколько раз я видела, когда с незамутненным сознанием люди проходили мимо, скажем, танца Матисса и говорили, мой ты сынок, ему пять лет, он еще и получше нарисует. Он не знает, понимаете, человек. Это разный взгляд от того, что мы изучим мозг этого человека изучим мозг человека, который понимает. И вот эти все нейроны там посчитаем. Это, это не то. Здесь нужен какой-то другой ход. Здесь нужна смена парадигм и э, наращивание этих тонн данных, которые каждый день они валят. Понимаете? Статей десятки выходят каждый день, если не сотни. И заканчиваю я вот на чем. Сэр Фрэнсис Бекон говорил, истина – дочь времени, а не авторитета. Подождем. Мы подождем. Из того, что сейчас лучшие, самые знаменитые говорят так, так и так, это еще вино, которое должно полежать, должно созреть. Последнее это Александр Пятигорский, один из крупнейших наших философов, он тоже э, сказал вещь, которая здесь и написана, и которая не так проста, как кажется, на первый взгляд. Мысль держится, пока мы не забываем ее держать. Э, если вы читали то, что он пишет, или были фильмы, когда он это устно говорил, он говорил: думать. Очень трудно. Мысль ускользает, она все время убегает от тебя. У тебя глаз переходит внутренний и внешний на какие-то другие объекты. Думать в одном и том же направлении невероятно трудно. Это требует навыка, это требует силы. Поэтому вот он это и имел в виду. И заканчиваю я, как нетрудно догадаться, на «Девушке с жемчужной сережкой». Хотя, как я знаю, у искусствоведов есть споры, действительно ли это сережка или это блики. Но мне кажется, все-таки сережка. Спасибо за долготерпение.